Привет, сегодня с вами Ник, и я хотела бы вам показать одну интересную вещь. Сегодня я, во-первых, погнул лопату, пытаясь выкопать тюльпаны. Они еще зеленые, но чтобы их не потерять, лучше так выкопать. Вон уже ведерко стоит с ними. Ой, там очень много их, ну где-то половина уже в луковицах. Так, и вот так вот я заодно и выкопал пару ирисов для одного человека. Точнее, Нина Евгеньевна. Вот. Такой ирис желтый. И там пару фиолетовых. И тут вдруг одна луковка, которую я копал. Думал, большая-большая вроде бы. Смотрю, а тут такая вот мутация. То есть она вроде бы была, походу, ослаблена. Сейчас корни были слабые. И она такая, ну, знаете, я не хочу тянуть свой цветонос к небу. Я лучше тут зацвету. В общем, потом... Отдам Нине Евгеньевне, спрошу у нее потом, когда, если зацветет, не зацветет. Уж очень больно интересная вещь. Прям бутон. Такого пока ни разу не видел, вроде бы. Или не припоминаю, ну ладно. Всем пока, с вами был Ник, и вот такая интересная мутация ириса. Всем пока!